Аркадик, легенда, Васюган, президент, подарок Графскому. Вот лишь некоторые названия сортов яблок, которые были выставлены на юбилейном 10-м форуме «Дни сада» в Бирюлеве. А всего разновидностей более 7 десятков. Институту садоводства и питомниководства, который вслед за нашим муниципалитетом отметит в следующем году свое 90-летие, по праву есть чем гордиться. Наш Ленинский район – это, конечно, можно сказать, и северная граница садоводства, но, несмотря на это, у нас получено довольно много сортов, как разных сроков созревания, от летних до поздних и позднезимних сортов, которые созревают в феврале, в марте месяце. Селекция была направлена для так, что совмещали высокие адаптивные признаки сорта для выживания в наших условиях с высокими вкусовыми качествами. Под чутким руководством опытных селекционеров на нашей плодородной почве растут и вкусные румяные груши, причем с весны и до поздней осени. Отдельного упоминания заслуживает сорт «Видное», который прославляет город далеко за его пределами. Этот сорт создан большого количества селекционеров, и на его создание ушли долгие годы, потому что мы раньше не могли моделировать погодные условия, а сорт должен быть зимостойкий, и изучали его на протяжении десятилетий. И сегодня этот сорт популярен среди садоводов и в нашем Ленинском районе, и на территории всей Московской области. Впрочем, на этом ассортимент не заканчивается. Есть на выставке редкие ягоды – актинидии. Выглядит как крыжовник, но на вкус как киви. Здесь зашкаливающий уровень витамина С. Немало его и в более привычной нам смородине. Черная, красная и даже белая. Приобрести ее саженцы или любые другие можно в специально организованной торговой точке. Выбор на любой вкус и кошелек. Только яблоневых побегов более сотни. Шикарный сорт. Осенне-зимний. Лежит прекрасно для дворя. Очень сочное сладкое яблоко. Супруги Бычковы приехали в надежде пополнить свой сад на даче. И, конечно, ушли не с пустыми руками, а с молодыми яблонями сорта Уэлси. Здесь мы нашли то, что нам нужно. Вот. И здесь как бы качественные саженцы, потому что мы раньше покупали в других местах. Ну, как бы оказывались сорта другие. А здесь непосредственно то, что нам нужно. И, разумеется, тут же можно полакомиться свежим яблочным урожаем. Тем более, что сейчас все мы празднуем яблочный спас. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.